Казахстана, Сибири принесло. Ну и шанс для Алиева сейчас. Да, свой 7-й гол забил Сычев, а забьет и свой 15-й Алиев. Удар! Вратарь отбивает, и вновь он на высоте. И в третий раз, ну будет гол. Ой-ой-ой! Я такого, честно говоря, давно уже не видел. Чтобы с 2 метров не попасть по пустым воротам. Это Гатагов. Вот это да. Но это просто, знаешь, для кино, для клипа. Ну, Павел Погребняк в Ирландии в концовке, помнишь, отвел угрозу от чужих ворот. Слушай, ну какой момент? Моментище! Забивает 2-0. Все, я думаю, игра сделана. Солосин с первым ударом справился. На добивание Сычев. Солосин вновь молодец. Здесь уже Ренет на пути мяча. Уже не в первый раз в этой игре встает. И потом мажет Гатагов. Ну и замена у Сибири. Колумбийский нападающий Каньес сейчас появится на поле. Ну, все-таки скорее он не форвард, Тимур. Он игрок средней линии, центра поля.